Thank you.
Подводим итоги матча Юпитер 19-й район промо-фабрика. Крупная победа инопланетян со счетом 8-1. Со мной руководитель Юпитера Иван Марковец и голкипер 19-го района Антон Петров. Антон, ну давай начнем с тебя. Знаешь, что я подумал перед игрой? Только ты на воротах появился, да, и сразу добились победы. Может быть, не стоило на фарт тебя менять все-таки и именно тебе предоставить как минимум первый тайм? Ну, не знаю, решили просто мы так, как бы, с ворочком с Ромой договорились, что он первый отстоит тайм, я второй. Как бы, может быть, что-то неправильно сделали, видно, не пошло. Ну, как бы, так закономерно, по-моему, результат закономерный, я считаю. Ну, вот ты как раз наблюдал сбровки первый тайм. Скажи, вот мне показалось, что не так было много моментов, но вот Юпитер там уж в первом тайме там со 100% реализацией их использовал свои. Да и во второй тоже. 100% сериализация. Все, парни по углам положили, все здорово. Плюс вот последний вот этот гол фарт от штанги попадает в меня, останавливается. Там Паша вроде на добивании делает. Как бы... Но на самом деле сегодня сыграло не какое-то везение, а именно что мастерство парней, все, вот, ну, как бы реализация этих всех моментов. Как уже они мне сказали, злые были. Ну, до этого они там потеряли где-то очки и в итоге... То есть вы попались под горячую руку? Да, я думаю, даже и так, как бы... плюс они сумели навязать как бы то, что мы можем играть, потому что как бы предыдущие игры показали, что мы можем все-таки играть, а сегодня, да, что-то вот не получилось у нас, Аня. Ну вот смотри, а во втором тайме мне показалось, что владели преимуществом, знаешь, там контролировали мяч, но вот не проходил последний пас, а соперник вас грамотно на контратаках наказывал под голами. Ну, я тоже так считаю. Вот именно не хватило какого-то вот этой последней передачи, замыкания. Вот как вот у ребят как раз-таки было. Пас на Данию, спокойное замыкание. Да, четко все видит, в ножку вкладывает. И... Поэтому как бы вот именно вот от этого результата и зависело. Как раз, что у нас не хватало этого последнего, а ребята все исполнили здорово. Вань, поздравляю с победой. Ну, смотри, встречались с районом, да, глядя на таблицу, можно было сказать, ну, тут все понятно, в одну калитку, но... Ты, конечно же, был в курсе, что район последние две игры победил и в чемпионате обыграл резерв Яблочную и в Лиге чемпионов. Я думаю, никто не думал, что займет район первое место. Как ты сегодня опасался соперника или был уверен в победе? Спасибо за поздравления. Опасался соперника или нет, на самом деле, я так скажу и уже, в принципе, говорил в предыдущих интервью, что здесь нет слабых команд, и тут опасаться должен каждый каждого, что и показывают результаты как раз-таки предыдущего тура, когда только немножко расслабились сверха, сразу команды с нижней части таблицы обыграли их. Поэтому, конечно, ребят настроил, сказал, что, ребята, игра важная, нам нельзя ни в коем случае сейчас терять очки, если мы хотим биться за верхнюю часть турнирной таблицы. Поэтому ребята молодцы, настроились, хотя первый тайм, соглашусь с тобой, что-то у нас там все не получалось забить. И Женька молодец, Голубовский вышел, забил штрафной. Как будто бы как пошла, сделали корректировки. И скажи мне показалось ли сегодня Женя Голубовский крайнего защитника играл? Нет, почему не показалось, он крайнего играл. Опять же, уже не первая игра. Пока его там пристреливаем, смотрим за ним. Но он мне очень понравился сегодня, скажу честно. Ну вот вас сегодня выручил Паша Палочка и выручалочка Дмитрий Ефимов. Вот сколько смотрю, вот его хлеб. Выходит на 5 минут, 2 нужных отскока подкараулил, уже ведете уверенно. Согласен с тобой полностью. Димка, тебе особенное спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Извиняюсь за тавтологию. Да, если честно, вот сегодня были небольшие с нападающими, да, я Димку вызвал уже в экстренном порядке, и вообще в очередной раз скажу, Димка просто красавец, как ты правильно подметил, казалось бы 1-0, там игра такая до гола, и, кстати, ребятам с района, надо сказать, да, нас там пару раз простили, забей не там, игра могла бы быть другой, Димка подкараулил 3-0, и уже игра успокоилась, и район, по-моему, тоже остановился уже. Кстати, спросить, как ты считаешь, был ли вот этот ключевой момент в матче, когда Стерляткин провел с углового, и там Медведев вынес ленточки, вот если бы сейчас стало 1-1, как ты думаешь, игра бы сложилась? Я думаю, что мы бы победили, вопрос в другом, что, наверное, для них это был бы положительный импульс с точки зрения эмоций, и они бы могли бы, а район такая команда, а я их, в принципе, давно уже знаю, вот они когда цепляются за игру, что и показали предыдущие их победы, когда даешь им шанс, они обязательно им пользуются. Могли, но, если честно, скажу честно, я был уверен, что мы сегодня победим. Но счет, конечно, я не ожидал такого, скажу честно. Но сегодня Павел Карапенко играл против бывшей команды, и не отпрашивался он на сегодняшнюю встречу?
Паша нет. Я более того, я честно скажу, первый раз за... Какой тур был? 12-й, да? Посмотрел в таблицу бомбардиров и вдруг, оказывается, узнал, что Паша 4 гола до первого места. Я Пашу нагрузил в раздевал, говорю, Паха, надо собраться и догнать. Не помню, по-моему, Романов там. Романов. Да? Есть, ну вот, Романов. Надо собраться и догнать Романова в таблице. Конкретно установки играть на Паху не было, а просто была схема. И, в принципе, она сработала. Молодец, Паша, красава. Наконец-таки забил много, как и умеет. То есть все, что ты на игру попросил сделать, добиться победы, Паша, забить 4, все выполнено, ты всем доволен? Я недоволен одним голом, который привез Федька. Федька, тебе привет, кстати. Разговаривали тоже с ним очень часто об этих всех моментах. Хотелось бы, конечно, на ноль было бы гораздо интереснее сухарь. А так нет, конечно, у нас все так же задача на сезон найти спонсора. У нас нету двойных премиальных, как у команд, за 8-7-0 и так далее. Поэтому просто чуть-чуть огорчен одним голом. А так ребятам огромное спасибо. Антон, к тебе вопрос. Когда протокол заполнял Денис и не указал Егора Середкина, вроде он сказал, что сегодня Егор не планируется. Откуда вдруг он появился? Ты в курсе? Ну, это, наверное, его желание. Как бы. Он, наверное, свои дела сделал, успел, как бы приехал, очень хотел помочь команде. Поэтому ему тоже большое спасибо, что он пришел. Жалко, что игра не получилась только. Скажи, почему сегодня так мало игрового времени получил Сергей Соболев? Или это вопрос не по адресу? Ну, да, какая-то травма? Это, я думаю, не ко мне на самом деле. Там на скамейке есть руководящий Дэн. Как бы говорит, когда эти замены делать. Как бы я в этом не участвую, в процессе замен. Ну, сегодня, да, Денис тоже вот ошибся в ситуации со вторым голом. Как раз вот как ты считаешь? Я считаю, что тут счет 8-1, поэтому мы 8 раз ошиблись. Поэтому тут одну ошибку не стоит выделять. Мне кажется, вот если бы мы вот тут 0 был бы, 0-1, тогда, я думаю, это была бы хорошая игра. А 8-1 не очень смотрится. А какие ожидания на Лигу чемпионов, основа резерв Яблочно в 1/4 финала? Ну, будем биться, обыгрывать. Хотим, потому что доказывать всем, что это не какая-то случайность была, вот эти две победы, а будем дальше продолжать стараться выиграть. Не хватает немножко, вот говорю, созидания. Вроде хорошо, и мяч все, ну, кого ни назови, все же умеют играть, вы знаете это об этом прекрасно. Просто вот что-то вот как-то вот не хватает, может быть, какое-то новое появление нужно в команде. Вот, поэтому я думаю... Вот ты говоришь, кстати, новое появление. Почему тогда в дозаявочное окно никаких новичков не появилось? Ой, я так думаю, тоже это не ко мне, наверное. Я думаю, все равно кто-нибудь у Дениса там на карандаше есть, возможно, вот, чтобы как-то какую-то новую веточку внести, я не знаю, что ли, потому что чуть-чуть вот что-то не получается, потому что вроде идет уже игра, да, как бы вот, как говорите, вот забей Егор, да, тоже, возможно, перевернулась бы игра. Вот, а в итоге получаем 8, опять как бы встаем после 3-4 гола, просто опускаются, люди не добегают, как бы, плюс я не выручил, как бы, вот отсюда этот результат. Ваня, вчера ты был замечен на стадионе на матче «Золотой путейцы». Что ж ты тут делал, расскажи. Болел за Никиту Ярославцева, это была первая моя задача, потому что он приезжает на нас смотреть, и мне очень приятно, как руководителю команды, где он раньше играл столько лет. А вторая моя задача, конечно, была, это посмотреть команду путейцев, нам в ближайшее время скоро с ними играть, просто сделать для себя какие-то заметочки, потому что онлайн, как бы, это онлайном, а вот так, конечно, вживую гораздо интересней. Было время, заехал сюда посмотреть. Мы вводим, да, в тестовом режиме новую рубрику. Вопрос сопернику. Хотел бы что-то ты у Антона Петрова спросить или ты... Я хотел спросить у Дениса Манида. Вот честно говорю, ребята давно нам знакомы, очень пересекаемся, да, там можно назвать команда друзья, много знакомых лиц. Не понимаю, почему ребята каждый раз выходят сюда и бьются так яро в вышках, да, выходя сюда, почему-то как будто бы они так теряются, что ли, здесь. Я не понимаю, они ничуть не хуже, чем половина команд здесь, но почему-то они всегда бьются за выживание который раз. Вот я хотел это у Дениса узнать. Ну, можем Антона спросить. Антон, почему дело в психологии, почему район все время бьется за выживание? Ты же давно в команде. Да я на самом деле в Суперлиге только давным-давно играл, сейчас только можно сказать, вот. Но я второй тур сыграл, в команде я давно, мне тоже трудно на этот вопрос ответить, потому что мне кажется, вот мы выходим, никого не боимся, как бы играем, и вот вечно, да, что-то не получается, мы всегда, даже если игру выигрываем, мы выгрызаем просто какие-то, вот там вспомнить вот с Яблочком, да, вот резервом, как бы что...
просто там 7 минут, да, 3 гола, все как бы. И потом, и все равно опять эти валидольные концовки, опять там на ножах, можно сказать, стисну зубы, крепимся. Не знаю, да, какой-то, мне кажется, вот просто простоты, мне кажется, у нас не хватает. Что-то пытаемся изобретать, а надо просто спокойненько играть, доверять друг другу, как бы. И все, я думаю, и тогда результат придет. Как-то, может, вообще вместе всем куда-нибудь наконец-то сходить вот так, я не знаю. Мне кажется, как раз, мне кажется, у вас такая тема же есть, вы там постоянно куда-то вместе суетесь. Мы просто, да, вместе собраться, вот так, как-то отдохнуть где-нибудь, так это обсудить так, там, может, кому-то прям высказать прямо что-то в лицо, я не знаю, кто, у кого накипело что-то. Мне очень нравится с ними играть, потому что, ну, как бы мы все положительные люди, там нету такого, чтобы за спиной кто-то кого-то, вот. Ну, я говорю, вот именно вот как-то в игре, вот действительно, как будто вот не хватает просто обычной простоты и легкости. Ну, вот. У тебя есть какой-то вопрос-ответ на Ивана Марковцу? Да, мне сейчас трудно, что-то в голову не приходит. Я хочу только парням пожелать удачи. Я бы с удовольствием их на первом месте увидел. Ну, вот честно, хочу, чтобы они бились со всеми так же, как сегодня с нами, всем так же заколачивали голы. Просто пожелайте им удачи. Хочу вот и именно Юпитер видеть на первом месте в Суперлиге. На первом месте это уже... Иван, вопрос от меня. Как ты считаешь, на каком месте закончит Юпитер первый круг? Хороший вопрос, на самом деле, я не был готов. Давай по-другому. Я хочу закончить первый круг в тройке. Пускай это будет, как бы, может быть, высокомерно немного, но мне кажется, у нас есть все шансы, чтобы сделать это, хотя отрыв там имеется приличный. Я думаю, что золотой тут и доста буду там по-любому, а вот три остальные команды очень интересно заруба будет. Спасибо за ответы. Удачи в дальнейших играх.